давно. Видок. Уже много месяцев я воюю с братством, национальным собранием и королем. Политического чутья у них не больше, чем у недалеких крестьян из деревенского совета. Поэтому так и выгляжу, юноша. Не хотел обидеть, учитель. Просто волнуюсь. Да что я, Арно? Плачь о Франции. Хватит о политике. С какими-то вестями? Что с убийцами Делассера? Король нищих мертв. При нем было это. Покойся с миром. Забери себе. Незачем такой вещи гнить в склепе. Носи его с честью. Спасибо. Буду. Что за задание? Король нищих и Север были лишь пешками в большой игре. Кто-то навел их на месье де Лассера. Тамплиеры все усложняют, да? И что тебе известно о загадочном гроссмейстере? Есть подсказка. Оружие, которым убили де Лассера. Булавка, работа ювелира Жермена. Но при чем тут он, я не знаю. Твоя задача ясна. Найди ювелира и выясни его роль.
Однако странные дела тут творятся.
Месье Жермен? Ювелир? Боже! Я провел вечность. Прошу. Спасите. Сперва расскажите мне об этом. Потом. Расскажу, когда выберемся. А сейчас бежим. Пока нет. Ладно. Идем. Нет. Главное, под подведение. Нам придется спуститься. Тогда за мной. Только тихо. Thank you.
Конечно. Ждите. Стойте!
Двигайтесь! Хорошо. Смотрите на крыше. Там обычно стоят часовые. Неужели это какой важный заключенный? Необычный, и я пошел на поводу любопытства.
словом, я стал собирать сведения о Латиньере и обнажил живым. Как сказать? Он тамплиер. Вы об этом? Да. Я думаю, да. Я много что понял. Я был невежен, и Латиньер обо всем узнал. С тех пор я сидел под арестом. Делал для него оружие. Где его найти? Но Латиньера очень непросто выследить. Недавно я подслушал, как он говорил о грузах на хлебном рынке. Звучало серьезно, но непонятно. Скажите, от чего такой интерес? Он убил близкого мне человека. Хочу знать зачем. Вот как. Мне очень жаль. Они вернутся за вами. Затаитесь. Да, пожалуйста.